если депутаты реально избираются народом, если они потом формируют в парламенте правительство, назначают премьер-министра и министров, если новая власть в этом случае может существовать какая? Есть судебная власть, она в целом будет избираться народом, и правительство, если плохо работает, не выполняет свои обещания, то есть победившая партия на выборах не исполняет, то просто она уходит в отставку, потому что именно народ через своих представителей, через депутатов назначает это правительство. Вы никак не можете уловить механизм. Механизм другой. Это не Назарбаев назначает премьер-министра и министров, и плевал он на народ. Это народ назначает парламент, потом парламент избирает министров и премьер-министра. Понимаете, в чем разница? То есть вот она гарантия. Сам народ является гарантией. При существующей системе власти, да, это происходит, когда президент назначает своих родственников, в нарушении прямого законодательства, назначает своих родственников на ключевые должности. В той системе, о которой мы говорим, парламентской, у премьер-министра не будет возможности расставлять министров, своих родственников, друзей. Здесь не нужно ориентироваться на клятвы, что честный, нечестный там и все прочее. Все это будет регулировать парламент. Мы должны подписать практически все основные международные конвенции, которые позволят в итоге заявить, что Казахстан будет строиться как демократическое государство, и не только заявить, но реально действовать, и мы будем стремиться войти в Совет Европы, подписать соглашения любые, которые приведут к тому, что мы будем интегрировать международную судебную систему. Задать вопрос, что значит быть независимым судьей, он же будет подчиняться там суде, областному, городскому и так далее. Нет, это не так. Судья действует в рамках полномочий. К нему приходит дело, он распределяется это дело, и он должен принимать решение в соответствии с законом. Не что ему скажет председатель суда, а как в соответствии с законодательством. Это его полномочия. Если он не будет выполнять полномочия, а будет выполнять какие-то кривые поручения председателя городского или областного суда, он фактически должен быть дисквалифицирован как минимум, а в реальности посажен в тюрьму. Когда вы меня спрашиваете, как я буду бороться с коррупцией, я ничего не буду выдумывать. Сама политическая система будет это устранять, потому что пресса будет охотиться за коррупционерами, будет снимать их дома, будет залезать к ним в спальни, будет за ними бегать, охотиться, фотографировать на пляже, будет снимать их дорогие ожерелья, их самолеты, машины, потом налоговые органы будут все это сравнивать с их доходами. Мы создадим невыносимую обстановку создаст сам народ, потому что у народа будут такие возможности. Я четко всегда говорю, мы должны ориентироваться на ведущие страны мира. Это европейские страны и США. Потому что именно в этих странах главным определяющим фактором развития стран является права человека, фундаментальное право. Я не ориентируюсь на поддержку Запада или Америки. Я ориентируюсь на поддержку народа. Путин такой же коррупционер, как Назарбаев. Это мы должны четко осознавать. Будем проводить независимую политику от России. И мне абсолютно все равно, что там Россия будет думать, как она будет мешать. Я считаю, все мы трудности преодолеем.